Здорово, пацаны. Сейчас на часах час 27 ночи. И сейчас лучшее время, угадайте, для чего? Лучшее время, чтобы залезть на шкаф. Этот большой шкаф высотой хуй знает, ну примерно 1,2 м. Это очень высокое сооружение, если его можно сказать. Но я думаю, сейчас вас больше интересует вопрос, нахуя туда залазить? А ответ очень интересный такой. Вот вы глубинно не разобрались в вопросе, а я вам скажу, что этот навык очень пригодится вам в жизни. И объясню для чего. Например, вы слышите, что к вам в дом лезут грабители. И что делать? Где спрятаться от них, чтобы они вас никогда не увидели? Лучшее место на шкаф. Я вас уверяю, они никогда, никогда вот не будут залазить туда, чтобы посмотреть, есть ли там кто-то. А в это время, когда они будут грабить вашу квартиру, вы можете смело наблюдать за этим или снимать на телефон. Итак, скажу сразу, что я не гарантирую, что я это сделаю, ведь это очень опасно, рискованно. И с первого раза, я думаю, у меня не получится, но я должен попробовать. Итак, становимся на стул. Шаткая конструкция, я вам скажу. Но нет, да ну нахуй. Если бы у меня была стулка более высокая, то ну ладно. Сейчас подождите, я чтобы было видно. Ай, блядь. Смотрите. Так, вот так сделаю. Я хотя бы просто попробую. И вы не судите строго. Да не, нахуй. Ребята, я чувствую, вы разочаровались во мне. Наверное, многие из вас теперь будут отписываться, но я хотел бы сказать, что я просто вижу, что он шатается. Но не спешите огорчаться. Дело в том, что у меня есть еще один шкаф, он более стойкий, более прочный, и я обязательно сниму видео, как я буду на него залазить. Извините еще раз меня, что не оправдал ваших ожиданий, но в ближайшее время я это исправлю. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нанесем жесткий ответ этому жестокому миру социоблядей.